Эй, квадратная голова! Квадратная пугало, я тебя вижу! Привет! Господи, ты серьезно? Почему именно сейчас? Ну что ж, что ей там нужно? Думаю, пока карнавал подождет. Друг, не разговаривай сам с собой! Это я, Шпинель! Дась, так почему же ты убил своего босса? Подожди, Шпинель? Так ты здесь? Почему? Потому что я просто устал видеть, как он мучает бедных обитателей этого острова. Я просто понял, что так быть не должно. Ну, я просто решила к старым друзьям съездить. А почему бы и нет? Дайс, а где эта розовая лиса? Туниор, он здесь. Вот черт возьми, он пришел совсем один в мое казино. А теперь он один удрал в город. Один попал в казино? Даже не знаю, как туда добраться. Вау. Да, мальчик довольно проворный. Так как я не слышал, чтобы он убегал. Это ребенок, а дети всегда делают что-нибудь глупое. Ладно, давай найдем его. В городе. Эй, мальчик, ты не можешь быть здесь. Разве тебя не учили, что ты не можешь ходить туда, куда хочешь? Видимо, родители плохо воспитали. Ну и невоспитанный ребенок. Я отведу тебя в полицейский участок. У меня нет родителей. Еще лучше. Значит, потом в приют. Туню, ты забыл про Мангу? Ах да, прости, что сказал ему, что настоящих родителей нет. Не переживай, я забыл сказать, что Манга моя приемная мать. Эй, ребята, пойдемте на пляж, остальные уже ждут нас. Отлично, пойдем за Бониором и Кассиопеей. Шипер отправился на охоту. Два дебила это сила. Мало того, что Бонни и Спрингтрап геи, так теперь еще и эти. Фу, мерзость. У тебя какие-то проблемы, братишка? А? Зачем так громко? Правда? Заткнись! Привет, Рэндалл! Как поживаешь? Что ты здесь делаешь? Ты, кажется, должен быть в мире людей. Привет, зритель! Да, Салли выбросил меня в мир людей, да. Но я смог найти выход. А теперь я живу в хорошей компании. Такой красивый замок, только камешков не хватает, да, Наис? Да, спасибо моему брату, что согласился стать замком. Привет, Манго. Почему ты такая белая и сладенькая лисичка? Ты мой любимый аниматроник ФНАФ. О, привет. Я не знаю, почему я белая лиса, но мне это нравится. Благодарю. Рада, что у меня есть поклонники. Привет, Спрингтрап. У меня есть вопрос. Тебе нравится Манго? Нравится ли мне Манго? Раньше она мне нравилась, но потом я потерял к ней интерес. Однажды у нас даже с ней был роман. Теперь мы только друзья.